официальный представитель Совета национальной безопасности, СНБ, Белого дома заявил, что условия, на которых США готовы возобновить диалог с Россией по договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, ДРСМД, уже были переданы Москве в письменной форме. Мы передали России в письменной форме список конкретных шагов, которые она может предпринять, чтобы вернуться к соблюдению договора и спасти ДРСМД. Только полное и подлежащее проверке уничтожение российских ракет 9М729, пусковых установок и сопутствующего оборудования будет означать прекращение нарушения со стороны России, приводит ТАСС слова представителя Белого дома, который ответил на вопрос о готовности Вашингтона инициировать начало нового диалога по договору. Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон готов на диалог с Москвой в сфере контроля над вооружениями только на основе ответственного подхода к выполнению взаимных обязательств. Президент России Владимир Путин 2 февраля объявил, что Москва приостанавливает участие в договоре после аналогичного шага Вашингтона.